3 мая меня выкрали в Донецке, это э, Альфа, доставляли меня в Киев на трех машинах. Э, потом ночью, э, где-то в полдвенадцатого, я был доставлен в Киев э, в контрразведку СБУ. И э, со мной работали двое э, следователей, или как их назвать, я не знаю в общем, Ну, они представлялись в контрразведке. И я находился в здании этаже непосредственно контрразведка СБУ. Они говорят, ну, ты к Ивановичу зайдешь, говорят, его надо убить. Я говорю, как убить? Он говорит, ну, говорит, мы тебя говорит, подкинем. Я говорю, как подкинете? Он говорит, ну, либо поменяем, говорит, как-то, говорит, ну, говорит, мы тебя выпустим, в общем. Говорит, а ты, говорит, Игорь Иванович, говорит, придешь и застрелишь. Я говорю, хорошо. Я говорю, а отход какой? Он говорит, блин, мы отход не проработали, либо э, специалистов э, не было, у них уже каких-то этих, э, не, ну, то есть каких-то деревенских э, этих понабирали там бывших милиционеров, возможно, или еще что-то. Ну, то есть э, вменяемый человек, я думаю, как бы он бы начинал бы с другого э, прорабатывать, э, то есть и вот э, э, и потом, ну, так, как бы Почти сутки я там просидел в этой контрразведке, они пытались там разные там эти, это, придумать, за что меня можно там задержать и все остальное. Ну там понаписывали, там, потому что э, вот я с товарищами общался, они уже идут на то даже, э, что в делах нету живых под, 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 подписей, чтобы я расписался там, внизу там, на странице. Они уже это ксерят, они там как-то, ты подписываешься, что ты ознакомлен там, со статьями там, закона 63, там, допустим, что ты не имеешь, прав, имеешь право имеешь права не давать против себя там, показания. Они вот эту подпись они от ксерили, и под показаниями, типа какие то он давал, и ставят и, эту подпись. За вами вели слежку была поставлена задача и вас отловили там да э, скажите как это было буквально по минутно по часу ну получается мы и, я со своими товарищами в один ну там утром мы заехали в центральный универмаг и э, покупали материал для того чтобы ну этот флагин к девятому мая и мы купили материалы, и вот только там как бы я сел в машину и произошел захват, блокировка, то есть меня на землю потом. Вытащить. Как как это происходило? Ну очень быстро, очень быстро. Ну, профессионалы работали, то есть меня вытащили с машины, это моментально. Я даже не, не успел ничего этот не сделать, ничего этот и меня в багажник э, засунули э, ну, наручники, в багажник всунули э, джипа. И э, там меня, ну то есть лицом без маски сначала, то есть лицом вниз должен был, пытался я повернуть лицо, э, потому что было неудобно. Э, меня этот, э, который сопровождал, чтобы я его не видел лица, он начал подбивать меня ногой, то есть там, один, один зуб выбили в одном там пломбу вылетела, ну, то есть, э, потому что, чтоб я смотрел только в пол. Потом меня с одной машины э, пересадили в другую машину, там уже одели мне э, балаклаву, э, перестегнули э, наручники наперед. И, это, в первой машине я ехал где-то час, во второй машине где-то порядка двух часов, и в третьей машине уже в микроавтобусе, там четыре человека меня сопровождало, я уже ехал в Киев. И, конечно, там, когда привезли, они начали там, там, запугивать. Там, сейчас, там, это как раз было там, 3 мая, говорят, тут у нас там, у Альфы ребята погибли. Они сейчас, мы тебе отдадим Альфе, потом там начали, там, мы тебе отдадим правому сектору, там, и, ну, такое вот, то есть, я похудел на 22 килограмма за четыре с половиной месяца, потому что два э, месяца были запрещены передачи, встречи с родственниками, письма там, уничтожались, не доходили, то есть э, можно было максимум только какие-то заявления там написать. Потом уже когда вышел, мама говорит, я там тебе когда приезжала там, на свидание там, 9 июня, она говорит, я тебе привезла там 6 палок колбасы. Я говорю, нет, я говорю, там 2,5 или 3 было всего. То есть, они, э, ну, понятно, сигареты они вытаскивают там эти, э, там, в каждой пачке там 2-3 там, сигареты там, вы, вытащат. Можно сказать, что министерство безопасности Украины, воруют и колбасу, и сигареты, и все по мелочи. То, что происходит там, это все полностью, это все одна фальсификация. Следователям, вот я разговаривал, он говорит, говорит, я прекрасно понимаю, что говорит, никакой террористической организации, говорит, как ДНР, ЛНР, говорит, нету. Говорит. И у нас даже, говорит, нету решения, что там это террористическая организация. А все дела щутся, везде указывается, что... ДНР, это террористическая организация. Не специалисты э, работают сейчас там. У меня было семь томов э, по делу. Как вот адвокат э, говорит, говорит, Константин говорит, из этих семи томов говорит, а тебе только две страницы. Я сижу в кабинете у следователя, у меня уже все. Ну, то есть, э, мы ждали только прокуроров, чтобы они подписались, чтобы дело передано было в суд. И получается, я сижу у следователя, вбегает этот старший группы и говорит, спрашивает, говорит, это кто такой, как фамилия? Ну, следователь говорит, это Глубничий Константин. Он говорит, сколько у него статей? Он говорит, три. Он говорит, добавьте ему еще две. А, то есть, ну, и ты смотришь на этого человека и понимаешь, что это полный маразм. Он не знает, что, за что там тебя этот, просто добавьте ему еще две статьи и, говорит, на запад его. Потом, когда, а, и поворачивается, говорит, ну, потом я уже выяснил у следователя, он говорит, это на Западной Украине, говорит, есть там, э, типа, зона, в которой много националистов, там, говорит, ну, чтобы тебя специально туда похуже, говорит, загнать. И вот э, этот от старшей группы, он поворачивается, а у меня, получается, следователь, он сам, Сум, он разговаривал со мной по-русски, помощник следователя был э, на, разговаривал по-украински. И получается, э, он поворачивается к этому следователю, который разговаривал по-русски и говорит, ты видишь, я, говорит, я к нему тоже нормально отношусь, хотя он там на русском языке разговаривает, а вы что, говорит, русского языка, а хотели, говорит, вот вам, говорит, они а русские язык. говорит, мы придем вас всех танками передам. Это как таких людей вообще э, можно держать на госслужбе? Сейчас же и в Верховной Раде тоже, там, они уже разговаривают тоже по-русски, потому что э, взяли же они трех иностранцев, которые понимают либо английский, либо русский. С соседями, там, через камеру там, сидел Пукач, сидит по делу Гангадзе, генерал, который там уже, по-моему, лет 7 там находится. Ну, я сидел сначала с директором школы с Херсонской области, которого там, там выпил поговорил с, че, со своим другом там в крыму его обвинили там в передаче э, секретных данных о передвижении в <свят> потом я сидел с этим с мэром стаханова э, его там Ляшко брал 22 или 23 июля ну, то есть э, хоро хоро хорошие люди все там это стопроцентный нацизм и э, мое пребывание там э, напоминают гестапо времен Великой Отечественной войны.